тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я Никита Литвинков. Спасибо. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите. Называют лешим, отшельником или еще как-нибудь почище. Как хорошо бы мне, чтобы были у меня крылья, улетел бы я и щебетал бы всю жизнь. Так ты зенки-то открой, вот ваша цивилизация. Видите, какая гадость кругом. Все обкакано. Женщины меня любят и приходят иногда из деревни по нескольку человек. Они знают, что я в этом плане очень сильный. Никакого праздника, меня сначала закрыли, потом жарить не дали, ничего не ел. Нас за всеми, которыми мы читали, выгнали туда, а вы все стоите, вот так глаза раскрыли и смотрят. Батя, нормально? А? Нормально, говорю, все? А-а-а. Рыбачишь? А, глаз. Давай, рыбач. Клюет хоть? Ага. Очки. Очки надо. Очки по полям, очень красивые. Надо. Очки надо. Красиво, давай. Очки 100 рублей. Очки надо. Очки. Очки надо. Очки по полям, очень красивые. Надо. Надо. Очки. Очки надо. Красиво, давай. Очки 100 рублей. Очки надо. Очки. Очки надо. Очки по полям, очень красивые. Надо. Очки. Очки надо. Красиво, давай. Очки 100 рублей. Очки надо. Очки. Очки надо. Очки по полям, очень красивые. Надо. Очки. Очки надо. Красиво, давай. Очки 100 рублей. Очки надо. Полностью ломай. Полностью ломай. Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Да? Да. Извращенец, что? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Извращенец? Ты сможешь? Зачем? А? Ты хочешь ломать? Нет. Зря. Почему зря? Ломай меня полностью. Ломай. Ты сможешь меня ломать? Ты сможешь меня ломать? Не сможешь? Нет. Я тебя прошу. Зачем? Я тебя прошу. Ты знаешь, эта служба, когда выехал, это все фиксировать. Да. Это будет все знаться будет. Да. Смена твоя. Да. Служба твоя. Да. Так что будь верен. Ну, ты не издевался надо мной. Ты не смог издеваться надо мной. Зачем? Я хочу, чтобы ты издевался надо мной. Ты не смог издеваться. Ты сможешь надо мной издеваться? Зачем это надо? Если наручник снять, вот, один на один, а с тобой выйду. Ты сможешь драться? Я не имею права. Сними наручники. Я на службе, я не имею права. Я спортсмен. Ну, я не имею права драться. Я спортсмен. Я тебе говорю, сейчас куртку сниму, вот, пожалуйста, один на один. Я тебя прошу. В другой ситуации можно было бы. Пожалуйста, я тебя найду на эстакаде, жил участке, везде на гусе. Пожалуйста, я говорю. Я спортсмен. Освобожусь. Желаю всем здоровья, близким и родным. Данного преступления я не совершал. И все вернется на круги своя, своевременно. Освободят. Ну, я положительный человек и порядочный. Почему меня держать в тюрьме? Головной убор это какая-то, какой-то знак? Никакого знака.
Какого знака нет? Не хотим заболеть после, вроде бы свободная. После улиц страна. Приехали с улицы, с мороза. И тут в тепло. Надо голову уберечь. Еще 19 лет. В тайгу поедем. Так вот. Все ясно. С чувством юмора у вас тоже неплохо. Да, конечно, неплохо. Не унываем. Чего унывать-то сейчас, конечно. А молодой человек, вот вы не переживаете, что у вас головка просто нет? Да нет, у меня шапка есть. Что вам? Получил вообще ни за что. Я сижу вообще ни за что. Сейчас эти 8 лет мне придется гнить в этой тюрьме поганой. Всем привет, не забывайте, пишите. Я скоро вернусь. Все. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре. Ну, в натуре пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Тюрьма не место исправления, а школа новых преступлений. Ему 18 лет, дают ему 19 лет, то есть больше, чем он сам прожил. Я говорю, куда вообще-то топят-то, куда? 22 запрашивают, 19 дают. А за что запрашивают? За разбойное нападение? Так это как так-то? Правосудие? Вообще, какое правосудие? Я не знаю, какое правосудие, как здесь можно вообще кому-то верить? Суд присяжных выносит, присяжные говорят, все виновны, снисхождения не будет. Как так-то? Ни один. Все единодушно. Они думают, что ли, опаздывают? Все единодушно говорят, что вот, все виновны, вот трое виновны. Снисхождения никому не будет. Конечно. И уходят отсюда. А вы лярвы тупые. Снисхождение? Да. Да, сроки снисхождения. Да, ну... Снисхождение к людям, к малолетним. Им тоже вперли 10 и 8 лет. Вот у нас. Вот Крым, там это... Камчатка, еще что-то там, еще вот всякие-то. Так земля-то общая. У нас вот вы образумите, ни Японии не должно, ни Германии, ни России, вообще ни Вьетнама там, никаких государств не должно быть в этом мире. Надо все вот так соединяться вместе и жить, и не надо там, вот граница, это. А вот когда границы и так далее происходят, какие-то государства, вот это мое. Вот и деритесь. Вот что вы сделали, состряпали вот это, и все. А вот мне, например, похрену вот это, что там Китай, что там Германия, что там эти какие-то Мартин Меркель и еще какие-то, а Барак Обама, там еще там Путин, да вообще вот эти президенты, да нужны они мне все к черту на. Они что, с оружием в руках только могут вот так, и все, а так они, тьфу, да. И вообще, надо в этом мире все это бросать, эту бяку, эту вообще, на. Вот это как, я крутой, я туда-сюда, какой ты крутой, наверное, вот крутой, который крутый, фу, улетел куда-то в ад, на, все уходят. И вот сейчас все в ад скоро вы уйдете, да, я просто похлопаю. Вы как сюда попали? Кто? Это засекреченный объект. У меня там особо одна. Ну, у нас не завязались там отношения, ну, романтические. Меня Лёшка убьют. Вы ему скажите, что меня не было здесь.